В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в ульяновских детских садах усилили меры безопасности. Если проветривание помещений и влажная уборка были и раньше, то теперь к ним прибавилась дезинфекция помещений. Дезинфицирующий раствор Ника почти без запаха и не требует смывания, а самое главное – безопасен для детей. Им обрабатывают все поверхности в группе – детские шкафчики, перила, ручки дверей. Из-за эпидобстановки делать это теперь приходится чаще – 3 раза в день. В это трудное время мы стараемся сделать так, чтобы наши дети как можно меньше болели, чтобы детский сад функционировал и родители спокойно уходили на работу. Все по инструкции, которую для детских садов разработали в Роспотребнадзоре. В каждой группе обязательно работает рециркулятор. Измеряют температуру как воспитателям, так и детям. Кашель, насморк или небольшая температура – повод обратиться к врачу или остаться дома. Родители признаются, за детей спокойны. Мы, в принципе, с легкостью и со спокойной душой отдаем ребенка в садик, потому что знаем, что здесь все наши воспитатели предпринимают все меры соблюдения санпина, всех требований. В садике номер 6 на Минаева абсолютно все сотрудники привиты, ведь они в ежедневном контакте с детьми. Я вакцинировалась. Опасения были мои напрасны, потому что вакцинация прошла хорошо. Я вакцинировалась, потому что работаю с детьми и прежде всего думаю об их здоровье. И о здоровье своих близких тоже. Уже с понедельника в школах, техникумах и колледжах начнется учебный процесс. В учреждениях также будут проводить регулярную дезинфекцию. Анна Тищенко, Управда ТВ.